Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется – Татьяна Кельмяшкина. Сегодняшний обзор сайта «Василёк» я хочу начать с пелёнок. Нет-нет, я не жду второго ребенка, и сын не объявил мне радостную весть о внуках. Просто я хочу сделать подарок одной семье, где пелёночки будут очень-очень кстати. Я взяла 5 пеленок для мальчиков, 5 пеленок для девочек. До этого я тоже брала, и пеленки были разные, прям-то ассорти. Сейчас все 5 пеленочек одинаковые, что не делает их хуже. Очень красивая расцветка, такие коты-шалуны. Я вообще не вижу разницы, мальчик или девочек. Я спокойненько в любую из них заверну ребенка любого пола. И вот такие игрушечки, уточки, носочки, солнышки, мишки, соски, зайки, котики на вторых пеленках. 69 рублей стоит каждая из них. Вместе с пеленками в подарок пойдет и постельное белье «Яселька», которое называется «Лесные шорохи» и стоит 402 рубля. Это комплект по названию, судя, для маленькой кроватки. И входит в него пододеяльник 112 на 147, простынка 100 на 150 и наволочка 60 на 40. Все по одной штуке. Вот, пожалуйста. В моем случае это бязь. Кто бязь не любит, можно выбрать сатин, поплин. Что еще бывает? В общем, абсолютно на любой вкус разное белье. И наволочка, и простынка, и пододеяльник имеют одну расцветку. Это зелень, 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 птички, птички, птички. Одним словом, лесные шорохи. На мой взгляд, расцветка универсальная и подойдет как мальчику, так и девочке. На следующий костюм, состоящий из шортиков и футболочки, я хочу обратить особое внимание дачниц и владелец садовых участков. Я прям эмоционально улетаю, когда говорю на эту тему. Итак, шортики и футболочка. Давайте рассмотрим их подробно. Шортики легкие, невесомые, довольно-таки приличной длины, выше колен, но не совсем короткие. Очень уютная и удачная длина. Резинка широкая и прошита несколько раз. Дальше есть удобные кармашки. Семена положить, платочек носовой, записочку, ключики. Вот такие кармашки. Кроме того, есть модные отвороты. Они немножко прихвачены, чтобы хорошо сидели в нескольких местах. Очень приятный цвет. Это флора зеленый цвет и есть флора бежевый цвет. Чуть позже я вам тоже ее покажу. Те, кто любит смотреть швы. Мне очень понравились шорты. 770 рублей стоит костюм. Футболочка такая темного, насыщенного, какого-то даже особо зеленого цвета. Золотые, как монеточки на ней, вышиты. И зеленые веточки, именно они словно играют вот именно по оттенку, по зеленому оттенку с шортиками. Горловина. Вот такая горловина. 58 размер. Вещи из кулирки. Преимущество их — это невесомость. Так в них удобно летом. Просто не замечаешь. Для дома в жару прелесть прелестная. Пока новенькие, прям приличные, там, я не знаю, в дачных автобусах, в магазинчик. Погулять. Прелесть. Но уж про дачные участки я вообще молчу. Это самое модное. Самое красивое. Девушки будут, кто эти костюмчики возьмет. Точно-точно такой же костюм в бежевом варианте. Рассмотрим подробнее. Шортики абсолютно такого же плана.
только другой расцветки. Кармашки. Довольно-таки глубокие. Я не скажу, что прям глубочайшие, но это... Так, почему мы... Не какая-то обманочка или бутафория. Это функциональный кармашек. Дальше. Мне очень прям нравятся вот эти отвороты. Они как-то делают шорты более солидными, что ли. Ну, украшают, что и говорить. На какую-то такую мешковину эти шортики похожи. Они мне очень нравятся. И я даже вижу их с черной маечкой. И, конечно, с футболкой, которая идет в комплект. Но кто же нам мешает менять маечки на другие? Здесь тоже прихвачено. Да, здесь тоже маленечко прихвачено. Все, ничего спадать не будет. Вот такие шортики. И футболочка с вышивкой. То же самое, все один в один. Только есть возможность выбрать по цветотипу, по цвет волос, по желанию. Это здорово. Да, здесь тоже вот веточки, именно веточки как бы идут под шортики. Вот такая горловинка у нас. Показываю близко, чтобы рассмотреть можно было шов. И рукава. Мне кажется, если шортики, может быть, даже можно было типа маечек сделать. Хотя костюмчик с футболкой, наверное, более удачен тем, кому нужно закрыть именно руки. Ну, мы все разные. Кто ведь что прикрывает-то, да? Все мы все про себя знаем. Вот такой красивый рисунок. Я давно ждала шорты большого размера. Там отдельно шортики в разделе брюки шорты можно было найти, но цвета в ассортименте. И не знаешь, какие придут. Хотя встречались шортики большого размера. А здесь уже конкретно цвет, как на фото. И мне это нравится. Мне это нравится. Костюм, мне кажется, очень удачный. Любительницам таких удлиненных рубашек или платье-рубашка, как сейчас говорят, есть вот такое платье. Как его найти на сайте Василек? Это платье Дарина, полоса, трикотаж. 820 рублей стоит. На что здесь обратить внимание? Значит, карманы видно. Вот пуговичка, может быть, там заметит, не заметит кто. И здесь рукав можно поднимать. И так красиво, и так красиво. Дальше очень глубокие разрезы. Хорошие такие, прям шагу не мешающие. И видно, не видно, но спинка... Сантиметра на 3 длиннее переда. Маленькие черные пуговички. Воротничок. Вот я постаралась подвернуть рукав. Сделала это, конечно, наспех. Это можно и нужно сделать чуть-чуть поаккуратней. Ну вот, смотрится по-другому. Тоже замечательно и хорошо. Платье подобного плана я очень-очень люблю. Так вот, полосы-полосы, не знаю, будет видно или нет, на спине вот такая складочка. Должна быть видно. Вот такая складочка на спине. Я взяла 60-й размер для себя. Платьишко мне понравилось. Подошло. Мне не хватает карманов еще, знаете, вот сбоку. Платье мне понравилось. Интересненькое. Так, поближе покажу. Швы. Пуговички. Несколько человек очень-очень это просят. Такой грязно-розовый цвет. И
темно-темно-синий, который почему-то смотрится черненьким, на самом деле темно-темно-синий. Такое платье. Дальше костюм. Я его называю спортивный костюм. А на сайте его нужно искать как костюм женский 5-220 серый плюс серебро. Да, серебро вот здесь как лампасики у нас серебряные. И буковки-буковки. Надписи-надписи. Шов, наверное, в районе коленки. Вот, пожалуйста, я подробно все показываю. 1500 стоит этот костюм. И сейчас покажу курточку. Вот верх этого костюмчика. Учитывая, что это размер 56, а я себе покупаю вещи 58-60, Васильки, я даже... Ну, была, я даже примерить не стала мерить этот костюмчик, мучить вещь. Где-нибудь еще треснет потом. Как дарить буду? Молнии. Мне обычно частенько бывают просто серебряные молнии, а вот это вот мне нравится. Капюшона нет. Вот такой вот воротничок прекрасный. Здесь тоже сплошное серебро. Это и лампасинка, это и буковки, надписи, манжеты. На штанах нет, на кофточке есть кармашки. Здравствуйте, кармашки. Трикотаж плотный, трикотаж просто вот, ну, замечательный, мне нравится. Так, давайте заглянем внутрь. Вот так дело обстоит внутри. Все очень-очень прилично и хорошо. Добротненький костюмчик. Другое дело, там кто любит надписи или кто не любит. А так костюм добротный. Скатерти – это моя страсть. Полотенчики кухонные, скатерти, вообще одежка для подушек, для столиков – это все, что я люблю. Сама я очень люблю горошек и клеточку. Но я знаю, что многим нравятся именно яркие цвета, именно такие вот бушующие страсти. Это скатерка, стоит 210 рублей. Буйство красок, а? Какое буйство красок. Когда вы нажмете на скатерть, выбор там огромный, цена будет на самый маленький размер. По мере того, а размеров будет представлено много, по мере того, как вы кликаете на размер, цена будет меняться. Понятно, что чем размер больше, тем и цена будет больше. А сразу высвечивается ряд размеров, и цена, относящийся к маленькому размеру. Вот 1,5 метра на 1,20 метра стоит 210 рублей. Следующий, допустим, размер там будет стоить, ну, к примеру, 260, потом 310 и так далее. Это все можно, конечно, на сайте посмотреть. Полная чаша, гранат – это, как сказать, достаток, изобилие. Вот она, ткань. Рогожка называется ткань. Там и льняные скатерти есть, они подороже. Вот она строчка. Вот она изнанка. И вот оно лицо. Вот так во дворе раскинуть, а? Эх! Рядом рябина, березка. Квасок холодненький летом. Лепота. Салфеточка махровый 30 на 30. Я не устаю петь оды этим малявочкам, которые просто стали, ну, моими незаменимыми помощницами в быту. Я их обожаю. Все что угодно, но это вот хлопок, все что угодно вытереть насухо, протереть,
помыть. Мои подруженьки. Сразу делю, несу маме, оставляю себе. И даже какое-то время они всегда украшают. Здесь стоит уточка, она не влезает в экран. Сейчас мы ее поставим. Вот такая красавица украшает мою кухню. И эти салфеточки, в общем-то, были в отпуске. Стояли такие новенькие, красивенькие. Пришло время сменить экспозицию. И настало время этих салфеток. Ну, помогать мне в уборке кухни, мыть окна, в каких-то косметических процедурах. Вот обалденные салфеточки. Итак, уточка, готова ты к новому грузу? Калды, балды, пулды. Однажды, подружившись с этими салфетками, руки так и будут тянуться заказывать их вновь и вновь. На сайте очень много полотенец производства Туркменистан и Узбекистан. Я заказывала полотенчика ярко-лимонного цвета, желтый-желтый, такой классный. И совсем забыла, что мне позвонили, сказали, желтый цвет на данный момент отсутствует, заменим на лайм. Я говорю, заменим. И забыла. И к финальной фотографии ролика купила лимон, а не лайм. Как всегда, все перепутал. Но неважно, и то, и другое, и это витаминки. 50 на 90 размер полотенца. И стоит оно 146 рублей. Полотенце мне нравится. Ну, а мне осталось искренне поблагодарить сайт Василек за предоставленные товары. Мне все искренне понравилось. И тебя, мой добрый зритель, за внимание. Ссылку на магазин Василек я обязательно оставлю под видео. Заходите, смотрите. Если что-то понравится, буду рада. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут.